В эти же минуты проходит и 10-я сессия Архангельской городской думы. В повестке 20 вопросов. Бурное обсуждение вызвал вопрос о двойном повышении ставки налога на имущество. Изменения коснутся тех, кто владеет недвижимостью стоимостью до 100 тысяч рублей и свыше 500 тысяч. Дело в том, что эти ставки не менялись с 2004 года. Если переводить в конкретные цифры, то, к примеру, если раньше человек платил за квартиру 50 рублей в год, то теперь придется выложить 100. Если смотреть в абсолютных величинах, они, конечно, вырастут прилично. Что касается относительных физически, они для людей вырастут немного. А для бюджета там порядка 40 миллионов на следующий год в бюджет. Также депутаты заслушали доклад о готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме. Могу констатировать, что на сегодня, 24 сентября, 99% зданий к теплу, постоянному теплу подключено. Остался не подключен на сегодня 31 дом. Причем 10-11 домов – это ТСЖ КИЗы, это у них внутренние проблемы. Ну, по остальным объектам мэрия работает. Кроме этого, парламентарий обсудит еще одно интересное положение. В нем пойдет речь о том, что в случае получения чиновником какого-либо подарка, он обязан придать это огласке. Депутаты должны утвердить порядок этой процедуры.